работе с катушками поля как бы уплотняются. Это я уже говорил. И на резонансе с этим можно делать некоторые мудры. Вот простейших таких, как я уже говорил, синхронно, то есть будет переплетение, некое уплотнение внешних, в том числе полей. Можно делать вот от таких простых, как ложечка, синхронно, до таких простых синхронно. Можно делать колыбель, то, что я называю колыбель, когда поля внешние складываются, гармонизируются, убираются пробои. Структуры это, казалось бы, простая, да? Либо вот голова женская, половина, ну условно женская левая. И вот так чуть-чуть, не закрывая, вот так, вот так. То есть это совместно. Одна укрывает другую. Можно сказать, что взаимопомощь. Структур на самом деле много. Можно и вот так вот накрывать. И потом вот так. Можно вот так. Эти все мудры, они как бы уплотняют некую внутреннюю капусту, лотос, как угодно, это все внутренние тела в гармонии друг с другом. Можно делать и вот так, и вот так. Вариантов много. На самом деле я наложил на эти мудры некие руны, поэтому сейчас они немножко иначе работают. Они работают намного лучше.